открыть для вас небольшую тайну. Дело в том, что в условиях конкурса написано, чем больше раз ты скинешь эскиз, тем больше вероятность, то, что он понравится. Это не означало, что нужно скидывать один и тот же эскиз по 200 раз. Дело в том, что фишка вся та, что я буду выбирать просто зрительно, как бы то, что мне нравится. Если вы будете скидывать одно и то же, это только раздражает, особенно как скидывают всякую. Вот. И если вы скидываете, решили побольше шансов приобрести, скажем так, то скидывайте в комментарии разные эскизы, не одинаковые. Как бы если смотреть на что-то долго, не обязательно, что он тебе понравится. Вся фишка в том, что нужно скидывать разное, и как бы шанс увеличивается того, что он понравится, тот или иной эскиз. Ага. Вот сейчас доходчиво объяснил. Просто в описании к посту я написал вроде как, да, но все равно, видимо, непонятно было, поэтому я решил вот так, по-быстрому на веб-камеру компьютера сделать это. Так что всем пока, спасибо, что участвуете. Желаю всем удачи. Будет, конечно, сложно просматривать 1000 комментариев, но все равно.